Шишка на голове прошла. Так что, когда мы косплеим Веронику? Мне придется отказаться. Тебе придется сделать это самой, Китагава-сан. А? Я не могу косплеить без тебя. О чем ты вообще говоришь? Скажи причину. Прости, в этот раз я просто не могу. Это моя вина. Я не мог представить, что произойдет, когда ты ее наденешь. В сравнении с предыдущими косплеями, твоя грудь... На ней намного меньше одежды, чем раньше. И я не могу смотреть. Блин! Ты так серьезно звучал, что я не знала, чего ожидать! Ты меня все перепугал. Так ты просто застеснялся. Ну и пошляк. Ну, думаю, Вероника и правда показывает ему многовато. Я особо не думал об этом, когда видел ее в игре. В следующий раз я получше подумаю над персонажем. Прости. Но ты ведь постарался и сшил этот наряд, так что примерю его дома, может. Да, можешь примерить. Хочешь, пришлю свое фото в нем? Соблазн ужасный.